Самарская набережная в день железнодорожника встретила жителей и гостей города праздничным концертом. Под аккомпанемент барабанного оркестра также работали и несколько интерактивных площадок. Можно было позаниматься йогой, потанцевать, принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу. Профессиональный праздник железнодорожников превратился в событие для всей семьи. Уважаемые друзья, я поздравляю вас с Днем железнодорожников. Тепла, улыбок, солнца, хорошего настроения, позитива, бесконечной энергии и безграничных возможностей. С Днем железнодорожника! Поздравляю вас с Днем железнодорожника. Желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья, мира, успехов. По традиции прошел и ежегодный благотворительный забег. В этом сезоне из-за жаркой погоды дистанцию марафона сократили в два раза, до 5 километров. Но любителей спорта это не огорчило. Главная цель такого марш-броска по набережной – помочь собрать средства для ребенка, нуждающегося в дорогостоящем лечении. Я считаю, что это очень вообще важно, наверное, помогать людям даже вот таким способом. Помощь каждого в любом случае всегда будет ценна. А для кого-то из участников такой забег стал способом отпраздновать личные достижения. В этом году Любовь Маслякова отмечает профессиональный юбилей – 20 лет работы на железной дороге. К марафону готовилась активно, заодно приобщила к спорту и детей. Я уже участвовала в том году, мне очень понравилось. Я участвовала вместе с своей дочкой, просто получила заряд эмоций, вообще было очень классно. Также во время праздника любой желающий мог узнать о том, как развивается железная дорога на протяжении 20 лет. Вдоль Волжского проспекта установили информационные стенды. Здесь изображены облики поездов прошлого и настоящего, расписана история появления моделей и то, сколько каждая из них проехала по России или внутри конкретного региона. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.